Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами канал Дачный Созонт. Сегодня поговорим о автокормушке для аквариумных рыб. В интернете я нашел несколько роликов, причем в этих роликах авторы рассказывают, как из чего состоит кормушка, но никто не показывает, как она работает, каким образом она дозирует и сколько она дозирует корма. Все как бы рекомендуют снимать барабан, то есть если вы его потянете, вот этот вот барабан, то он снимается, и там есть заслонка, которую вы открываете и засыпаете туда корм. Я этого не делаю, я обычно сейчас вот здесь открываю люк, открываю, перевожу против часовой стрелки вот этот вот указатель и через вот этот люк засыпаю уже корм. Тестировал я на Гамарусе уже примерно около 2 месяцев, автокормушка показала свою надежность. То есть, прежде чем устанавливать ее у себя на аквариум, сразу же посмотрите, чтобы было место, потому что если у вас аквариум с крышкой, то навряд ли вы эту кормушку поставите. В интернете находил отзывы, что якобы там корм внутри почему-то становится влажным. Я этого не наблюдал, ну, наверное, потому что у меня кормушка стоит открыто, безо всяких крышек. Далее, прежде чем запускать, протестируйте ее следующим образом, сколько дает корма. Причем тестируйте несколько раз настройку. Как выполнить настройку данной автокормушки, я помещу отдельным файлом, чтобы вы прочитали. Объяснять здесь и терять время я не хочу. Ну, в общем, тестируем. Вот примерно столько корма мне нужно, ну даже не столько, я настраиваю так следующим образом. У меня происходит 2 кормления по 2 раза, то есть утром 2 раза и вечером 2 раза происходит. Вот, в принципе, вот столько вот корма моим рыбам для моего аквариума достаточно. Поставил я вот этот вот флажок на минимум. Использую, как я уже говорил, сухой гамарус. Вот, с вами был канал Дачный Созон, так что кормушка достаточно такая большая. Если кому нужно, я и выполню отдельный ролик, как я ее установил у себя на аквариуме. С вами был канал Дачный Созон. До скорых встреч!